Перешел я на локацию кордон. Сколько можно ждать? Я нашел синяка в баре и заставил его отремонтировать твой пулемет. Молодца, ну-ка дай-ка я взгляну на свою детку. Получи и распишись. Ну-ка попробуем. Чего-то не то, что за ерунда, странно, что такое? Халтурная работа, вот что. Кто ж так приклад фиксирует? А затвор, такое ощущение, что по нему с размаху кувалдой били. Краску скоро бы оцарапали. Спусковой крючок расшатан. Нет, это не работа, это фигня. Вот я однажды видел, как свободовец один на милитаре оружие чинит. Вот я скажу тебе заглядеть, не фантазия работает у человека. А это что? Говно, короче. Что теперь? Как это что? Единственное, естественно, все надо исправить. Причем немедленно. Не могу же я с одним пистолетом по зоне бегать. Бери эту халтуру и неси обратно к синяку. Скажи, чтобы нормально все было. Понял? Да, до встречи. Хорошо, как бы то ни было, перейду я на локацию бар, закрою задание Сидоровича, бармена, вернее, по поиску документов в X-18. Также опять я тащу пулемет этот обратно. Единственный вопрос у меня возникает, почему мы не получили сведения о четвертой флешке на локации Лощина и где вообще находится этот болтун. Но как бы то ни было, нужно идти в бар. Отвали. И так тоскано. Вставай, пришло время камни собирать. Товарищ старшина, я не виноват, я не брал. А, это ты снова. Юрий велел довести работу до конца. Вот его пулемет, сделай так, чтобы он стрелял. Достали меня со своим Юрием. Ладно, давай свою пушку. Держи и делай так, чтобы мне снова не пришлось возвращаться. Да, действительно... Сколько можно? Я уже не рад, что взял этот квест. Смертельные аномалии. Туда-сюда бегать. Мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Ну что, готово? Готово. Это я в прошлый раз пару винтиков крутить забыл. Вот почему и случился конфуз. Ну здорово, до встречи. Да, получаем мы этот пулемет, но, естественно, я сейчас его туда не понесу. Сейчас посмотрим, что Сидорович нам скажет и что делать дальше. С этими флешками пока тоже не ясно. Проходи, не задерживайся. Ну что, меченый, принес документы из X-18? Да, вот они. Ситуация проясняется. Как я и предполагал, выжигатель мозгов уготворен. Это экспериментальный излучатель Кайманова. Его части как раз изготавливались в лаборатории X-18. В этих документах есть ссылка на лабораторию X-16, куда отправлялись готовые блоки. Она расположена на территории производственного комплекса возле озера Янтарь. Там неподалеку лагерь ученых. Они наверняка подскажут точнее. Ситуация непростая. Тебе надо пробраться к ученым и узнать, где находится лаборатория X-16, чтобы добыть недостающую часть документов. Ну что, готов? Найти документы в лаборатории X-16. Так, также появляется задание «Чего так тихо без музыки?». Радио тут не берет помехи сильные из-за зоны. Есть вот старый музыкальный аппарат, да нету к нему пластинок. Ты по зоне много ходишь, посматривай по сторонам. Если тебе пластинки с музыкой попадутся, неси, будем вместе слушать. У меня есть пластинки, но я не буду их отдавать, потому что музыка на YouTube — это плохо. Так, я по поводу поручения. Выполнил я задание по поиску друга бармена, 7000. Грозона вручил. Если кто помог. Хорошо. И у нас появляется основное задание — найти документы из X-16. Как он сказал, они находятся на Янтаре, но на Янтарь нам придется идти через дикую территорию. Как меня угораздило. Вот ведь как. Больше активных заданий я пока не вижу. Кстати, на Янтаре также будет еще одна флешка. Тебе сюда нельзя. Продолжу, скорее всего, на Янтаре. Выбрался я на Янтарь.
в Темной долине был стандартный квест, нужно было сопроводить профессора Круглова. Была небольшая перестрелка с наемниками, ничего сложного и интересного. Так, смотрим, появляется новый персонаж, рядовой Пифанцев. Братишка, ты за мной? Не понял, значит не за мной, еще не спохватились? Что ты здесь делаешь? Ты из охраны бункера? Нет, я из охраны экспедиции, вернее из бывшей охраны. Нападение? Хуже, но это не твои проблемы. Как скажешь, слушай, я ищу сталкера по кличке Радист. Он должен был прийти сюда около 2 недель тому назад. Да, приходил такой, сильно умный был, все приборы до железки мастерил. Можешь его не искать. Что произошло в конце концов? Ученые организовали экспедицию по исследованию новых аномалий. Главным пошел аспирант Перепелкин. Охранная группа состояла из 4 человек, капитана, 3 бойцов. Один из них я, и того сталкера, как вольнонаемного или помощника. Место для исследований находилось недалеко от бункера, на подступах к заводу. В общем, пришли мы, разложили научные штуковины, аспирант стал исследовать. Прошел день, все было тихо, мы завалили парочку снорков, а на следующее утро случилась беда. Продолжай. Командир отправил меня в небольшой рейд для разведки местности. Перепелкин как раз начал свои исследования. Все оборудование было подготовлено, наши охраняли его, а я должен был осматривать окрестности на предмет лезущих со стороны завода зомби и отпугивать их. Я был в дозоре, как вдруг в лагере что-то затрещало, послышались крики, я бросился туда, бежал не более минуты, но никого уже не застал, и ученый, и мой командир с товарищем исчезли. Не было ни крови, ни стреляной гильзы, ничего. Тут я офигел, странно. Вот так, были люди, и через секунду не стало, зона сожрала. Я о таком от сталкеров слышал. Радист тоже исчез, да вместе с ними он помогал ученому с оборудованием. Был рядом с ним. Их искали. Я там целый день лазил, все обрыл, смотрел и на болоте, и у завода, настолько излучение позволяло. Нету ничего и никого, теперь мне грозит суд и тюрьма. Потому что я под подозрением. Пропала моя головушка. Давай еще раз их поищем. Я же говорю, я там все... Что тебе терять? Может, я незамыленным оком замечу? Ну давай, показывай место. Так, куда-то он нас хочет отвезти к месту предполагаемому исчезновению группы ученых, военных и нашего радиста, который нам необходим по заданию поиска флешки, чтобы найти проход клондайку артефактов. Говорит, недалеко от завода они были, когда исчезли. Сейчас осмотрим немного территорию. Так, и что, здесь они исчезли? Это здесь произошло? Да, вот радиостанция, вот контейнер с приборами. Все на месте, кроме людей. Давай еще раз хорошо осмотрим. Кстати, у тебя нет подозрений, что здесь зона не замешана, а кто-то более конкретный, например, наемники. Им мог понадобиться ученый или твой командир. Предлагаешь поискать следы похищения или действительно было так? Тогда похитителей должно быть высшего уровня подготовки, потому что сделали все так быстро, я не представляю себе подобного. Лучше перейдем к поискам. Да, действительно странно.
Хотя нет, точно здесь ничего нет. Разве то, что в этом гараже или между ними. Нет, здесь пусто. Что там? Кажется, я нашел кое-что. Листок с какими-то буквами. Он промок от дождя, почти все смыто. Сейчас попробую разобрать. Может, просто мусор? Нет, погоди, дай мне время. Хорошо. Говорит, нашел листок, а достал КПК. Мутный тип какой-то. Так, привет. Ну как успехи? Кажется, я понял, что это такое. Это страница из блокнота нашего командира. Здесь координаты какой-то точки. Только как ее найти, вот вопрос. В чем проблема? Дело в том, что эту точку по координатам можно определить по специальной карте, которая была у нашего командира. Тогда координаты для нас бесполезны. Не совсем. Дело в том, что копия карты может быть в его личных вещах, которые остались в бункере. Надо найти ее и определить точку. Возможно, в ней что-то важное. А где вещи командира? Они в его личном ящике, который находится в комнате отдыха в бункере. Но он заперт, а ключ командира всегда носил при себе. Хотя, мне кажется, у него был запасной ключ, который он где-то прятал не в самом бункере, а на его территории. Боялся, что сталкеры, которые приходят в бункер продавать артефакты, ничего не стащили. Так, к нам подошел зомби. Ладно, продолжу я с этого же места. Есть соображения, где искать запасной ключ? Территория большая. Я не знаю, где он может быть, честное слово. Придется поискать. Кстати, вспомнил, наши говорили между собой, что у командира есть дипломат с личными документами и деньгами, которые он прячет рядом с бункером. Вроде бы он собрал себе сумму для безбедной жизни за периметром. От каких-то левых доходов. Не знаю, от каких. Я в это дело не вмешивался. Если ключ спрятал где-то, то скорее всего в дипломате. Ладно, поищу его. Да, задание обновляется. Нужно найти ключ от личного ящика командира, чтобы посмотреть. Это поможет нам в его личных вещах. Должны быть, как я понял, какие-то сведения о его координатах, что ли, скажем так. Но прежде чем искать, если что, я в лагере, он говорит, то прежде чем искать этот дипломат, я хочу пообщаться с Сахаровым на предмет поисков документов X-16. Благодарю вас, Меченый. Так, вы помогли моему коллеге Круглову спастись. В знак признательности я бы вам хотел вручить наш рабочий костюм. Очень удобная штука, знаете ли вы. Вы молодец, очень способный сталкер, возможно, вы сможете оказать мне одну небольшую услугу. А я в ответ помогу вам в нашем деле. Постараюсь вам помочь, чем смогу. Тогда слушайте. У нас в зоне не одна лаборатория. Мы организовали несколько разных в разных местах, поближе к самым интересным аномалиям. Ну так вот, у нас есть измерительный пост в местности, известный вам как Лощина. Там мои коллеги изучали некоторые первичные аномалии, оставшиеся еще после выброса, когда зона впервые расширялась. И вот некоторое время назад наш пост перестал выходить на связь. Местность эта труднодоступна. Попасть туда можно только с темной долины. Она плотно населена бандитами. Вертолетом туда же не попасть. Местность очень скалистая, с сильными ветрами. Связи уже нет давно. Я очень беспокоюсь по этому поводу. Сходите, пожалуйста, туда, выясните, что там случилось. Вот только есть одна проблема. Я не могу сказать вам точное ее местоположение. Незадолго до потери связи мои коллеги сообщили, что обнаружили в лощине какое-то отлично защищенное место для своего научного поста. Гораздо лучше того, что у них было, и что они начинают перебрасывать туда оборудование. Потом было сообщение, что завершили переброску и начали
электрифицировать помещение. После этого связь пропала. Вам придется поискать, куда они перенесли пост. Еще одно. Если с ним что-то случилось, то обязательно обыщите лабораторию. Там должен быть их лабораторный журнал. И принесите его мне. Хорошо, постараюсь найти. Так, это снаряжение. Мне нужно работать. Есть что-нибудь на примете? Зачистить бункер доктора Моро. От отошли солдаты. Принести уникальный комбинезон. Так, пока эти задания мне не интересны. То есть нам придется отправляться обратно в лощину, чтобы найти пропавших ученых. Но прежде этого я хочу, конечно же, обыскать территорию янтаря. У меня здесь множество тайников. Особенно вот этот интересный. Хабар призрака. АС-вал снайпер. Редкие артефакты, аддоны к оружию. Хабар. Так, редчайшие артефакты. Здесь не очень интересно. Также нам нужно найти на территории бункера дипломат капитана. Не стал я ночью бродить по территории, поэтому решил выспаться. Заодно дождался утра и нашел дипломат капитана здесь. Так, посмотрим, что в дипломате. Так, получены деньги, 10 тысяч рублей, получен ключ. Так, и что нам нужно этим ключом теперь открыть, получается, тайник капитана, чтобы узнать предполагаемые координаты группы. Так, задание обновилось, ящик открыт, получаем какие-то карты. Сейчас посмотрим. Показать карту рядовому. Хорошо. А рядовой у нас говорил, что вернется к бункеру, но я его здесь не наблюдаю. Скорее всего, он остался на том месте, где исчезла его группа. Да, он на месте. Так, как тебя занесло в зону? Это не то, что нам нужно. Так, я кое-что принес. Нашел быстро ты, карта была на месте? Да. Тогда дай ее мне, я должен сопоставить координаты и записи с ее схемой. Вот, держи. Итак, что здесь у нас? Да, цифры подходят. Это где-то здесь, на янтаре. Значит, командир с группой живы и пытаются подать нам сигнал. Где эта точка? Момент есть, кажется, это где-то здесь, сталкер. Айда за мной, сейчас проверим полученные данные. Веди. Так, и куда он нас хочет отвезти? Говорит, здесь где-то группа. Может, никуда не придется бежать? Все решится просто, но я не думаю. Что, так будет легко? Оба. Ну чё ты? Ты что-то видишь? Вон там, между болотом и оградой, у труб зеленая дымовая шашка, наш условный сигнал. Предлагаешь пойти обследовать местность? Конечно. А что, сидеть сложа руки? Давай так, ты посмотри ту ложбину, только осторожно, это может быть ловушка. Я тебя подстрахую отсюда, с возвышенности. Если что, прикрою снайперским огнем. У меня СВД, звучит обнадеживающе. Так, проверим дымовую шашку. Если снорки нам дадут это сделать. А если не дадут, я их убью. Так, я видел, из аномалии кто-то вылетел. Надеюсь, это радист.
Передовой Пифанцев, привет, ты кто? Помоги, что с тобой? Мы держимся неделю, еды нет, воды совсем мало. Перепелкин просил передать, не могу больше. Где ученые, где группа? Они в зазеркалье, меня послали через повышенный импульс. Теперь мозг кипит, мне конец, ох. Что за зазеркалье, какой импульс? Надо использовать прототип. Найди радиста, он знает, как с ним обращаться. Прототип, что это? Сканер, только с помощью его нас можно вытащить. Все, не могу. Постой, у меня есть еще аптечка. Так, зомби уничтожен. Сообщение, с тобой все в порядке. Какой зомби? Это был ты. Интересная ветка сюжетная, зазеркалье какое-то появляется. Так, Снорк не бежит за мной? Нет, он не бежит, он просто летает через голову. Зачем ты стрелял по выжившему? Это зомби был или нет? У нас все настолько плохо. Что он тебе сказал? Сказал, что ученых со спутниками пока все живы, но находятся не где-то у черта на куличиках. В общем, в каком-то зазеркале. Боже, он бредил. У бедолаги пострадал мозг. Здесь что-то не так. Да уж, а что он еще сказал? Чтобы я нашел прототип и узнал у радиста, как им пользоваться. Только что это за прототип такой, и черт его подери, радист не сказал, вернее, не успел. Ты говорил, он упомянул о прототипе, он сказал, где его взять. Ты знаешь, что это такое? Нет. Так сказал или нет? Ты говоришь, что не знаешь. Что за байда, но хочешь узнать, где он лежит. С чего это вдруг? Возможно, это как-то поможет нам выяснить. Нет, дружочек, тут что-то не то. Ну-ка, признавайся. Что ты знаешь о прототипе? Я же говорю ничего, врешь. Ну ты, блин, и достал. Так, а куда этот дикий? Убегает. Может его завалить? В любом случае, куда бы он ни бежал, я побегу за ним, а затем отправлюсь в лощину. Но это будет уже в следующей серии. А с вами был Александр. Всем пока.